подушки, это вот цыгана, потом это вот этот иностранец. По какому курсу? Сейчас засекут нас для истории, да? Это ты для кого, Саш? Для истории. Для истории. Да. Лау, привет. Здравствуйте. Телевидение Дворца Творчества. Интервью, пожалуйста, ваши впечатления от этого мероприятия. Хотелось бы вам, чтобы такие мероприятия проводились почаще и побольше. Каждый год под бахер. Как вам нравится культурная программа? Ваши пожелания? Пожелания культурнее и программнее. Что вы сейчас чувствуете? Ты что, сиськи? Алиска, ты испытываешь чувство глубокого удовлетворения? Пожелание, чтобы сейчас вовремя начинали. Это не как? Эмоции мы сдали 3 года назад, поэтому чувствовать мы ничего не можем. Юль, привет. Это всегда успеешь снять. Ага. С открытым ртом хоть предупредил бы. Ну ладно, ладно. Будем надеяться, что не получится. Так. Ага, какая интересная миника. На каком курсе мы это проходили, а? Лень, ты помнишь нашу практику в клинике, а? Это оттуда? Дома. Ничего, мы это все смонтируем, вырежем. Вырезать. Дорогие друзья, проходите, пожалуйста. Мы начинаем наше собрание, посвященное выпуску 1994 года. Уважаемые товарищи по профессии, уважаемые товарищи по работе в Москве.
университете, дорогие гости. Да, сегодня действительно торжество очередного выпускного курса. Но я хотел бы сказать вот что. Факультет – это не стены, это прежде всего общность. Я бы сказал так, что изюминка жизни факультета – это, как сказать, это такая драгоценная встреча разных поколений. Вы заметите, у нас же очень разные, разновозрастные, так сказать, такие включения в факультете, правда? Если мы представим, что был бы факультет из молодых, красивых людей, способных двигаться с прыжком, это было бы превосходно, но это не был бы факультет первопрестольного вуза, правда? Если бы были они только умудренные одуванчики, тоже не было бы факультета. Вот весь, все нравится, мне кажется, состоит в том, что здесь происходит какая-то систематическая встреча поколений. Приходится ли раз меня слышать? И на кто будет? Тише, ребята. Приходится слышать реплики такого рода, что вот видите, у нас процентов 50, скажем, работников факультета действительно систематически выдают там продукцию и по-настоящему, что называется, эффективно работают. Нельзя ли отрезать остальные 50%, чтобы действительно была какая-то процветающая общность? Вот я думаю, что здесь мы наталкиваемся на очень серьезную проблему специфической среды. Все нужно на факультете. Нужны люди, которые ворчат, и которые способны в основном, допустим, не произвести какой-то материал, а, допустим, его критически оценить и так далее. Я не буду на эту серьезную тему распространяться, я приведу такой образный пример, аналогию. Однажды мне пришла одна идиотская такая идея. Я в лесу увидел корягу гнилую, на которой было очень много, много-много хороших опенков. Я на учебе, они тут растут. Я их корягу эту взял, принес себе на садовый участок. Опенки, естественно, съел, жду. Через год у меня на этой коряге выросли две поганки. То есть, не знаю, донесу ли я мысль, но мысль заключается в том, что существует какая-то незримая, очень сложная профессиональная среда, которой очень важно дорожить. И очень важно, чтобы люди, которые, скажем, действительно явным образом выдают какой-то продукт, могли спокойно погружаться, иной раз их бесполезные вопросы, правда? И какое-то время, может быть, и не публиковать своих работ, потому что только в этих условиях может действительно существовать и развиваться психология, вообще психология как наука и практика. Еще одно замечание на эту тему. Ну, скажем, воинская часть же превосходное учреждение, но там же не произрастают психологи, там другие произрастают какие-то личности. А у нас на факультете, мне кажется, пока что, слава тебе Господи, довольно хорошо произрастают именно психологи. И очень неплохие. Ну вот, собственно говоря, все, что я хотел сказать, может быть, кое-что забыл, но у нас, я надеюсь, ситуация будет домашняя, если что-то у меня сидит, я, может быть, еще что-то скажу. А в заключение я хотел бы пожелать выпускникам, я теперь обращаюсь к выпускникам, доброго здоровья, творческих успехов, и хотел бы, чтобы они не теряли связи с факультетом, потому что они теперь тоже начинают входить в состав той таинственной среды, которая позволяет где-то в определенном месте произрастать вот именно опенком, а не поганком. Спасибо за внимание. А сейчас позвольте предоставить слово нашему гостю, президенту Российской Академии Образования, профессору Артуру Владимировичу Петровскому. Дорогие коллеги, я рад приветствовать в этот знаменательный день вас, завершивших курс в Московском университете на факультете психологии, который многие годы был флагманом нашей отечественной психологии. Я рад,
что позади остались трудные и счастливые годы студенчества, незабываемые годы, и перед вами сейчас широкая дорога. Я помню время, когда психология была наукой с точки зрения государства весьма сомнительной и опасной, поскольку не предполагалось, что можно задвинуть душу человека и увидеть, что там происходит. И я уверен, что Московский университет, факультет психологии, дал вам необходимое начальное усиление, и дальше все зависит от вас. Я уверен в успехе. Я уверен в том, что вы сумеете сделать свой верный шаг в жизни сразу же за поворотом университета. Успехов вам, радости, труде, счастья.
президент подойти сам. А, вот, правильно. Точно, я не сообразил, а? Петуева, а Юрий Валерьевна. Цветочек, а где комнаты? Так. Дмитрий Андреевич Вовк. Вовк. Кузнецова Светлана Петровна. Я приветствую. Поздравляю. Пироговская Екатерина Витальевна. Перепеленко Маргарита Маратовна. Правильно, да? Не совсем неправильно. Не совсем. Попова Оксана Владимировна. Рощупки Андрей Васильевич. Таракухина Екатерина Михайловна. Зачем не хлопайте? Чикалова Николай Андреевич. Морозовой Марине Юрьевне. Какая большая специализация. Ямщиковой Анне Ивановне. А Зеленый Рамуш Павлик. Вы, да? Да, вы знаете, диплом находится в министерстве на легализации. А так он нелегальный. Какой-то значок наш факультетский. Молчанова Татьяна Владимировна. Мастепанова Елена Владимировна. Никишова Андрея Исидофонтовича. Нефедовой Ирине Викторовне. Плотниковой Юлии Евгеньевне. Туркина Елена Владимировна. Тимофеева Татьяна Юрьевна. Это вам Евгений Исаев. Я надеюсь, может кто-то от кафедры что-то скажет, а может быть даже и студенты что-нибудь изрекут. Дорогие друзья, я хочу поздравить вас от имени всей кафедры, всех преподавателей нашей кафедры, кафедры педагогической психологии, с этим замечательным днем, с вручением вам университетских дипломов о высшем образовании. Вот сегодня много говорили об эффекте выгорания, уже два раза говорили. И я хочу обратить ваше внимание на следующее. Вот эффект выгорания, он очень характерен как раз для профессии педагога. Педагог, вы с нашей специализацией, вы знаете, педагог, он подвержен выгоранию в максимальной степени. Так вот, я хочу от имени преподавателей вас поблагодарить за то, что вы своим интересом, своим желанием, своей заинтересованностью и, наконец, своим продуктом смогли вот этот вот процесс нашего выгорания преподавателя в какой-то степени предотвратить. Ну и, наконец, разрешите вам пожелать счастья, успехов и всего самого-самого лучшего. Спасибо.
кафедры психологии индивидуальной нервной психологии, кафедры психофизиологии и кафедры психологии инженерии и знаний. Данилову Виталию Леонидовичу. Орехову Александру Алексеевичу. Цапенко Дмитрию Григорьевичу. Эндриховскому Сергею Николаевичу. Фефилову Антону Валерьевичу. Цыганову Владиславу Владимировичу. Тебяхину Наталью Александровну. Герну Елене Игоревну. Барабановой Марине Вячеславовне. Дорогие друзья, мы рады вместе с вами, что этот счастливый день наступил. Но в то же время нам очень грустно, что мы реже будем вас видеть. И мне хотелось бы от лица всех преподавателей, которые с вами работали, и тех, которые сопереживали этой работе, предложить вам почаще бывать на своих кафедрах. А если жизнь вас поворачивает таким образом, что возникают какие-то новые, неожиданные задачи, не бояться подойти на другие кафедры, на соседние. Может быть, там вам тоже будет оказана какая-то помощь. Итак, мы рады будем вас видеть и рады будем поздравлять вас с кандидатскими степенями, с докторскими степенями и, возможно, с какими-то государственными наградами. Счастливого вам пути! Встает вопрос, какой будет психология в этой реальности. Загадывать и предсказывать – это неблагодарная задача. Но мы можем проследить тенденцию ее развития. Я бы выделил несколько таких тенденций. Первое, совершенно очевидно, это компьютеризация. Введение компьютеров изменило характер эксперимента, психологии. Но дело заключается в том, что компьютеры позволили качественно по-новому анализировать полученные данные методом построения моделей.
Поэтому первая тенденция – это математизация психологии. Вторая тенденция заключается в том, что все больше проникает нейрофизиология психологии. Я бы назвал это нейрофизиологизацией психологии. Этот процесс необратим, потому что это единственная возможность создавать модели с единственно возможными решениями. Современные методы магнитоэнцефалографии позволяют соединить в психологическом эксперименте исследования отдельных групп нейронов с поведенческими реакциями. Ну и, наконец, нужно выделить еще одну тенденцию, которая заключается в том, что все большее значение приобретают экологические проблемы. Поэтому будущее психологии можно предсказать как науки, посвященной прежде всего проблемам экологии и таким ее вопросам, как психологическая среда, такие проблемы, как психологический стресс, его объективная оценка. Я пожелаю вам учитывать эти тенденции и успешно работать в следующем тысячелетии. Я сейчас испытываю некоторый трепет. Я испытывал трепет, когда входил первый раз в это здание. Но это был, наверное, трепет, больше похожий на жениха перед свадьбой, что вот, наконец-то, моя судьба и судьба Московского университета пересеклись. Сейчас трепет похож скорее на второе, наверное, самое главное событие в нашей жизни – это рождение первого ребенка. Мы долго думали, каким он будет. Мы так долго ждали его. И самое главное, мы так долго думали, что же нам теперь с ним делать. Но чтобы не случилось, как бы не сложилась наша судьба в этой жизни, я бы хотел поблагодарить преподавателей, особенно кафедру психофизиологии, за то, что вы нам дали шанс. У каждого из нас был выбор – слушать вас или не слушать, читать или не читать, посещать лекции или не посещать лекции, заниматься наукой или заниматься бизнесом. Каждый из нас сделал свой выбор, дай Бог, чтобы он был правильным. Но я благодарю вас за то, что вы нам дали возможность сделать этот выбор. За то, что вы нам дали возможность познать самих себя и реализовать в той степени, в которой мы сами этого хотели. Спасибо вам, Марк. Всех.
красивее он, а кругом большое море, море ветра, море волн, море ветра, море волн. Человек снится сон, снится сон, будто всех мудрее он, а другом, а кругом седые горы, седые горы подпирают небосклон. Константиновская Ольга Александровна. Кремлёв Александр Евгеньевич. Юлия Борисовна.
написанный полковниченко. Оказывается, все это Россия. Шалабанова Елена Владимировна. Андрей Владимирович Шираев. Щербаковой Олеся Юрьевна. Щербакова занята делами важными. Пожалуйста. А мы? Не хватило, что ли? Цветочек. Устинова забыли. Баранова и Устинова. Устинова и Баранова. Красный. Рисовали-то сами. Вам не забывать о том, что вы специализировались именно по общей психологии, потому что многие из вас окажутся в непростой ситуации, когда задачи такие более прикладные, коммерчески ориентированные будут перед вами возникать. Так вот, помните, что в науке есть пласт фундаментального знания, мы старались его вам, так сказать, донести, и теперь мы ждем от вас превращения этого фундаментального знания, мы ждем от вас дальнейшего вклада в развитие общей психологии, и надеемся многих из вас в будущем видеть и на собственной кафедре в качестве продолжателей своей научной работы. Всего вам доброго. Слово представляет Константин Сергеевич Мельников. Дамы и господа, в этот счастливый день, когда на руках выпускников факультета
факультета психологии Московского университета, дипломы разные, разнообразные, желтые и красные. Я хотел бы привлечь ваше внимание к несколько другому аспекту нашей жизни и деятельности. В этой связи напомнить фразу знаменитого французского ученого Анри Бергсона, который сказал: «То, что общество отдало в образование, оно захочет получить мудрость». Поэтому, с одной стороны, я хотел бы искренне и горячо поблагодарить наших уважаемых преподавателей за их самоотверженный труд в внедрении в наше сознание тех знаний, которыми мы воспользуемся, а с другой стороны, пожелать выпускникам Московского университета, тем людям, с которыми я имел честь и удовольствие учиться, личного мужества, беззаветной лихости и храбрости, когда реальная жизнь потребует от них накопления этой мудрости, и когда серая проза будней встанет перед ними в полный рост, и жизнь откроет уже гамбургский, реальный, а не университетский счет. Спасибо. Большая паника в президиуме. Мы там кажется, что уже все потеряли. Сейчас найдем. Диплом получается. Жеребьев,
Я пойду. Могу я? Поздравляю. Вот видите? Да. Как это, за девочками побегать надо хоть раз в год. Спасибо. Муна Аляши. Тоже. Асманиду Димитра. Нет, нет, да? Хорошо. Каборы Мусафа Патрис или Патрис. Тоже. Я объясняю, кто хорошо видит, что я вручаю какие-то таинственные, так сказать, вещи. Дипломы физически находятся на легализации в Министерстве иностранных дел, так мне объяснили. А в приказе диплом, так сказать, выписан, поэтому мы вполне законно в рамках университета вручаем, так сказать, диплом. Объявляем о вручении диплома. Юрий Ильич, то есть Юрий Ильич, Игорь Львович. Пожалуйста, отходите. Валентин Васильевич Николаевич. Дорогие друзья, наши дорогие коллеги, наши дорогие молодые коллеги, сегодня в этот торжественный день разрешите поздравить вас от имени кафедры, от своего личного имени с этим замечательным днем, с завершением очень важного этапа в вашей жизни. Этапа не только в вашей жизни, но и в нашей жизни. Каждый год вы выходите еще одно племя, птенцов, так сказать, вылетает из гнезда. И мне хотелось бы пожелать, чтобы это гнездо, наш общий дом, Московский университет, оставался и в дальнейшем вашим домом, где вас ждут, любят, готовы принять и помочь в разрешении ваших профессиональных проблем. Мы желаем вам личного счастья, желаем, чтобы вы высоко несли звание бывшего студента Московского университета, выпускника Московского университета. Будьте счастливы. Будьте счастливы. Спасибо. Спасибо. Вот, я хотел бы поблагодарить в первую очередь, конечно, наших преподавателей, преподавателей кафедры медицинской психологии и всех преподавателей ТЭЛа в нашем университете. Что они смогли нам дать все, что они, что они нам дали все, что смогли. Огромное, конечно, спасибо. Спасибо. Вас поздравляем еще раз. Пожалуйста. Нет, лучше так. Я за вами. Дорогие друзья, как вы получили диплом? Внимательно посмотрите.
посмотреть особенно красным дипломом, книжками. Не лежит ли в книжке диплом Баранова и Калинина? Он мог пожить? Диплом Московского университета вручается Андреевой Наталье Андреевне. Выборного Татьяне Сергеевне. Поздравляем с успехом. Анжела Алексеевна Курдюковой. Так, а ему значочек дадут? Сейчас дадут. Поздравляем с успехом. А значочек вот где там его? Кому? Пожалуйста. Курдюкова Юлия Александровна. Техническая накладка. Жасинта Празович Дэн. Скажут слово. Не, подождите. Нет, там же не ключевой. Сейчас ты не скажем слово, золотое. Подождите, еще там еще не вручили. А кто вот? А где? А кто? А, да. Тамиру Тесема Мехереду, да? Эфиопия, да?
я возвращаюсь к прерванной мысли. Сейчас будет золотое слово сказано. Пожалуйста. Со слезами смысла. Дорогие социальные психологи, как и подобает нашей профессии, мы пришли почти всем коллективам нашей кафедры попрощаться с вами, с другим коллективом и продемонстрировать всем присутствующим последний акт нашего междугруппового взаимодействия. Вы избрали очень трудную область психологической науки. Я не уверена, что путь каждого будет увенчан только розами. Вы все помните, что задачи социальной психологии ставит общество, а мы на них только отвечаем. А общество динамично. И трудно спрогнозировать, какие еще задачки поставит оно перед вами. Я хочу только сказать вам, что та профессиональная идентификация, которую вы получили здесь на факультете, она, может быть, будет выдерживать суровые испытания. Но мы очень надеемся, что вы их выдержите. Правда, как сказал поэт, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, наше слово, вас. Но все-таки мы оптимисты, и очень хочется верить, что эти слова, сказанные нами здесь, вам, отзовутся теплом и добром в ваших сердцах, которые вам необходимы, потому что вы будете работать с людьми. Хочется верить, что это наше слово отзовется в вас высоким профессионализмом, высоким уровнем интеллектуального осмысления окружающего мира, окружающей действительности. Только при этих условиях вы действительно сможете выполнить свою профессиональную роль. Я думаю, что через некоторое время вас одолеет некоторая ностальгия по родному факультету. Забудутся разные досадные мелочи, вроде выговора за невовремя сданную курсовую, вроде переживания за не ту отметку на экзамене. Поверьте опыту, я говорю сейчас, используя классификацию, предложенную Евгением Александровичем, преподавателей нашего факультета, от имени так называемых умудренных одуванчиков. Так вот, поверьте мне, что все это забудется. Останется, наверное, в общем, что-то очень хорошее. Все, что нас сближало здесь. Вы кончаете в трудное время. И диплом о высшем образовании многим сегодня в обществе не кажется такой уж заветной мечтой. Иные ценности, иные ориентации. Но я думаю, что все мы счастливы, что вы получаете сегодня этот диплом. Как бы ни менялась жизнь, что бы ни происходило, а все-таки такая ценность, как образование, как прекрасная благородная профессия, эта ценность, наверное, будет вечной. Я вам желаю всего хорошего. Было сказано в одной книге, в начале было слово, но вспоминая механизм половой идентификации, все-таки мы предлагаем сушить цветы, а потом будет наше слово. Уважаемые коллеги, после столь торжественной минуты, которую вы провели здесь на сцене, я с полным правом называть всех присутствующих здесь коллегами. Так что, уважаемые, прекрасные коллеги, говоря о таком слове, я хотел бы вспомнить ту метафору, с которой начинается наше собрание. Очень хорошая метафора о пеньках, метафора о молодых и внесет какую-то социальную среду,
Это название производное от названия кафедры. Я бы хотел сказать, что все-таки все эти молодые ребята, которые здесь стоят здесь, не превратились в тех поган. Я слышал, что не было пятый раз, когда я называю Христова, не было всех поганами. Почему же такое может быть? Благодаря тому, что в этих ситуациях нас учили не только профессиональным вещам, не только психологии, но и воспитывали нас людей. И я надеюсь, что если кто-то сделает другое поприще, но там очень очень наших стенах это не забудется. Принесет успехи в жизни. И в заключение я хочу поблагодарить особенно преподавателей наших кафедр, а также преподавателей всех наших факультетов за то, что кроме коллег они еще заставили людей. Спасибо большое. Человека, и этот темп ускоряется. Вот мы завершили еще один этап нашей жизни, и мы накануне нового этапа. Я вот думаю, что многие преподаватели, это наверняка все, которые сейчас присутствуют, вспоминают то время, когда они получали дипломы о высшем образовании. И пройдет также немного времени, я думаю, и многие, и некоторые из нас уже будут тоже вручать дипломы своим ученикам в качестве преподавателей. Вот. И надеюсь, что нам кто-то скажет спасибо. Сейчас нам хочется выразить большую благодарность нашим преподавателям, которые вели нас на протяжении всего обучения в Московском университете. Большое спасибо. Жарик, где Жариков? Жариков хочет сказать слово. На сцену приглашается староста. Евгений Александрович, есть Евгений Александрович? Надо вручить Жарикову диплом. Поздравляю. Надеюсь, что вы это взяли для того, чтобы заняться важным делом. Я не сдавал. Поздравляю вас. Слово скажете? Ну, я скромный. Говори, Жарик. Знаете, пока он собирается с мыслями. Я правильно предположил, я же не знал, что человек занят важным делом, поэтому отсутствовал на вручении диплома. Он и экзамен сдавал, оказывается. Ну да, я сегодня как раз волнуюсь сейчас, потому что только что сдавал экзамен по гражданскому процессу. Я параллельно учусь на юридическом факультете. Но тем не менее, я хочу выразить благодарность всем тем, кто нас обучал на факультете психологии, всем нашим преподавателям. Ведь я хочу сказать, что психолог в жизни – это очень важно, потому что отношения между людьми, они всегда определяют любое дело. И именно как себя вести с этими людьми, мы научились на этом факультете. И благодаря этому сможем как-то в жизни подняться до определенных высот. Еще я хочу сказать, что я всем желаю выпускникам нашим, чтобы они не останавливались в своем процессе обучения. Потому что человек может быть свободным только тогда, когда он знает много, когда у него есть эти знания, когда он себя чувствует свободным. Ну все, я выражаю большую благодарность. Отклонные овации мы прощаемся с выпускниками. Уважаемые коллеги, по-моему, кто-то из выпускников уже факультета, я точно не помню кто, сказал мне, что вот по окончании университета учеба только начинается. Вот. И такую песню, которая, говорит о нас, выходящих
за стенах факультета, да? Мы сейчас споем. А те, кто знает, напевайте. Официальная часть закончилась, и начинается неофициальная часть. Еще чуть-чуть официальная часть. Let's go.
по-моему, впервые за мной отличался. Ну да, я отличался. Впервые за долгое время. Да. И сразу же возникает ассоциация с тем временем, таким опасным для факультета периодом, когда я собираюсь... Когда вы метались из дома в дом. Да, когда я собираюсь перевезти на Ленинские горы. И даже отчасти перевезли. Даже отчасти перевезли в шикарное помещение, но не родное. И вот воспоминания о наших родных стенах, конечно, ассоциируются с такой песенкой, которая была написана перед лицом опасности. Да, из очень старых времен, когда Вячеслав Андреевич Иванов был еще замдекана. Я не случайно упомянул, сколько конечно, это слегка потратил. Это первый песня. Второстепенный герой. Мы покидали желтый дом, желтый дом. Как хорошо мы жили в нем, жили в нем. И не хотим мы уезжать, уезжать. Давайте, братцы, восставать. Останусь лучше здесь навек, два навек, хотя уже не человек. Правил тут возни не дадут, не дадут. Меня насильно уведут, уведут. Стекло с бедом поблестят, поблестят. Где люди ходят, прибрусят. От песка покрасим новый факультет в желтый цвет. И сожалений нет конец. Свой план Иванникову я рассказал. А он на дверь мне показал, показал. И я ушел с тоской в груди, разбудил. Yeah.
значение речи, если нет мысли, откуда тут слова? Почти возникли, а за ними шляпа. Я перекрестился, что за ерунда? Мозг сформировался через три этапа. Это же любви, понял я тогда. Но взял трудно с нечистью сражаться. И маленький сильно голову склоня, протянувший грустные цепь ассоциаций, этим голосом сделали меня. Утром я проснулся, два стара спокойней. Я не верю больше, что через век. Я хочу, ребята, ночью спать спокойно, изучать мышление. Сегодня пишет нам сказочка, что сказочка прекрасна.
всех неохранимых бедов. Нас с тобой исполнил факультет, сама цель через завершены. Они вместе с тем лишние, отверженные красные. С тобой давно уже те, но везение не рощины. Шанс попасть в НИТЭ, начать вот стать гардеробщика. Нет, так нет, пойдем в белый свет, маленько станет через вечер, а здесь ответ больше нечего. Прощай, любимый. Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки.
поздравляю. Такой рукой. Такой, спасибо. Вот я тоже.